тут ходил, я был, я тут был, я был. Итак, это гимн Германии. Вы видели меня? Я тоже там ходил. И я был солдатом в германской армии целую неделю. Крутая страна. Теперь я обратно вернулся, могу спокойненько отдохнуть, поспать дома. Ай, да к черту спать, давай-ка лучше я друзей приглашу, фильмец посмотрим какой-нибудь. О, давай, ко мне придут 25 гостей, которые принесут 25 кассет, 12 новых. О, круто. Из которых, как всегда, Маркус выберет, какой же фильм мы с друзьями будем смотреть. Ну что, друзья, поехали. Первый — Пиноккио. Привет, я тут у Шрека фильм спер. Невысокий брюнет в разных ботинках. О, это кто, Пьер Рошар? После этого мультики. Сборник мультиков. Посмотрим, действительно ли тут Пьер Ришар. Это уже сразу мультики идут. Да, после фильма мультфильм. Ага. Какой-то неизвестный мультик. Непонятный мультик какой-то. Ладно, не будем мы мультики смотреть сегодня. Пока. Фильмы будем смотреть сегодня. Да. Вот. Мультики детям показывай. А я все-таки мужик. А я... Солдат. А я маленький, я смотрю мультик. Следующий. Медведь. Привет, солдат. Привет, медведь. «Осень в Нью-Йорке». О, Ричард Гир. Это же классный актер. «Осень в Нью-Йорке». Да, покажите мне. «Вайнона Райдер». Правда, с ошибками. Она... Да, это фильм правильный. Что со звуком? Вообще ничего не понятно. Не слышно. Ага, медведь. Такой классный фильм принес в таком отвратительном качестве. Возвращайся в берлогу. Следующий. Бузай. О, мой конь. Неприятности с обезьянками. Ага. Ну, давай посмотрим, что за неприятности там. Ну, качество хорошее. Надо поглядеться. О, и звук отличный. И звук оригинальный. Ну вот, что значит оригинальная кассета. За мной, ребята, пошли. Ладно, конечно же, оставляю нам кассету эту. О! Ура! Привет, мой конь! Только не садишь, задавишь меня. И потом расскажу все об этом Вуди. Следующий. Кристоф Спорзингис. О, звезда латвийского баскетбола. Камилла Кодель. Жерар Депардье. Посмотрим, что нам Порзингис принес. Действительно ли тут Жерар Депардье? После фильма клипы. Это не Жерар Депардье. Ну это после фильма клипы идут. Женское счастье, вы милый рядом.
А что у нас поет? Госпожа Овсиенко, по-моему. Да, Овсиенко. Да, Татьяна Овсиенко. Ладно, Борзини, что с тобой поделаешь, оставляй. Женское счастье. Может, после фильма послушаем клипы. Если будет время и силы. Следующий. Рафаэль. О, привет, Раф. Маугли. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Посмотрим, что за Маугли там. О, это российский Маугли. Рыжая крыса, убирайся домой, пожиратель сдохлых ящериц. Ух ты, ладно, доставляй, конечно же. Это же российский. Да, тем более оригинальный. Не оригинальный, но оставляем. Следующий. Принцесса Аврора. О, ты нам, наверное, романтику притащила. Красное солнце. Это явно не романтика. Такую заставку я не видел. О, первый раз такую вижу. УГЦ. УГС. Visa de Controle Cinematographique. Французский фильм, по-моему. Да. По-французски написано было. Le film Corona представляет. Le film Corona. Чего представляет? Чарльз Бронсон. О, хороший актер. Урсула Андрес. Оставляем. Да, ну давай. Давай, девушки нам тоже нужны в компании, разбавить компанию мужиков. Ладно. Руси. Роудраннер и Бибе. Бибе, бибе, держите кассету, бибе, бибе. А мне некогда, меня сейчас поймают, бибе, 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 бибе. Глушитель. Майкл Дудиков. Посмотрим, что за Дудиков там. Смотрите на DVD. Затяжной прыжок, питон, база, база 2, приключения в изумрудном городе. О, и Мел Гибсон. Это рекламки. Значит. Да. Каково приходится мужчине, который знает все, что... Ладно, ставим. Это вот классный фильм, кстати, был. Мел Гибсон. Не стоит так душиться, приятель. Он мог читать... Лучший подарок. Эти, как его? 8 марта. Мысли женщин. Задорная комедия. Да что ж ты делаешь? Мел Гибсон. В фильме «Чего хотят женщины?» Скоро на видео. О, классно. У меня есть, у нас есть кассета. Да, очень классный фильм. Ладно. У нас есть такая кассета. Оставляем, конечно же. Следующий. Дэдди Пиг. Ну, и что ты своим детям собираешься показывать? Брак по рассвету. По расчету. Брак по расчету. Они еще маленькие для таких фильмов. Ну, мы с мамой Пигом смотрели фильм. А, с мамой? Ну, а с мамой Пигом вы можете смотреть такой фильм. Обязательно укажите ваш точный обратный адрес, фамилию, имя и отчество, чтобы мы могли вручить вам ваш приз. О, приз, приз, какой приз?
Что за приз? Семейный кинотеатр представляет. Ого. Долгожданные каникулы в экзотической пустыне Калахари. Замечательные компании китайских мафиози и диких туземцев, прожорливых крокодилов и кровожадных леопардов. Новые приключения янки в Африке. Ничего такая еще. Ладно, оставляй нам его. Посмотрим рекламки. И не стой около Авроры. Ладно, попробую не стоять в Авроре. Следующий — Хенри Джей Уотернос. Так, ну что смотрит Университет Монстров? Замена 2. Последний урок. Крит Вильямс. О, посмотрим. Действительно ли там Трит Вильямс? Два удара по голове с тяжелым металлическим предметом. О, менты! Мен, улица разбитых фонарей. Да. Руки на голову. Ой. Вау, классный сериал, да? Новые приключения ментов 5. У нас нет еще такой кассеты. Да? Вау. Ладно, оставляем. Так. Следующий — Шерлок Холм. О, великий сыщик, нашел ведь для нас кассету. Армия тьмы. Ух ты. Звучит интересно. Армия тьмы. Да. Наверное, ужастик какой-то. Эфир твердого топлива и их отходов. Высокий КПД, 5 типов размеров для помещения, от 100 до 1000 кубометров. Рекламки меняется сначала. Меняется в различных типах помещений. Время работы на одной закладке 8-12 часов. Запатентован, проверен на качество. Все аренда, Рига, Лубана, 66, телефон факс 7-11-25-90. Аренда. Линкс. Такой я видел. О! Бридинаймс. На латышском. На латышском предупреждение. Круто. Первый раз вижу. На латышском Бридинаймс. Вот. И российский. Даже и на русском тоже есть. Ну, круто. Ладно, оставляю. Это видно, что лицензионная кассета оригинальная. Следующий — Маша и Медведь. Ну, Машенька, ты что принесла? Рот на замок. Да, это мой любимый фильм про двойняшек Олсен. Кейт Олсен и Эшли Олсен. Сестры. Двойняшки, да, они. Рот на замок. Ну, ребята, программа «Защита свидетелей». Извините, мне нельзя смотреть фильм в таком плохом качестве. Что вы тут притащили? Это сестренка Даша мне дала. Выговор. Следующий — Боузер. О, Боузер Джуниор. Ну что ты, что нам Супер Марио Логан? Смертельный круиз. О, давай посмотрим. Срок. И нам надо как-то уживаться друг с другом.
Я вернусь через 2 часа. Надеюсь, что вы наведете здесь порядок. Да, это Настасья Кинский. Оставляем, конечно же. Я помню, этот фильм хороший был. Интересный. Следующий. Человек-паук. Ой, прости. Наконец я тебя поймал. Убегаем, убегаем. Зато он принес сборник мультфильмов 3. Ох, ну ладно, посмотрим, что он принес. Я же его арестовал. Да. За что, Шерлок? Капризная принцесса. Ну как тебе нравится наша пещера? Ничего, довольно прилично. Только вот, пожалуйста, зеркало выбросим на помойку. Почему? В нем отражается все в давно прошедшем времени. Это мой самый последний каприз. Давай-ка оставляем мы эту кассету, конечно же. Ой, ну почему вы не дали мне его арестовать? Да пусть гуляет. Следующий. Гомер Симпсон. А, дожрался пончиков. Хочу фильм с вами посмотреть. Секрет Крэс, веселые мелодии, Том и Джерри. Мультики принес посмотреть. Гомер, мы сегодня мультики не смотрим. Но Барт, Лиса, они обожают мультики. Вот он, идите сами. Джонатан Брисби был убит сегодня, когда он помогал осуществить план. Уже прошло 4 года после того, как мы покинули институт. Что это за мультик? Мы не можем оставаться. Секрет крыс. Секрет крыс, вау. Это мультфильм «Секрет крыс». Джонатан был верным. Ладно, Гомер, ты меня убедил. Выглядит интересным мультфильм. Ну я же говорил. Следующий. Даффи Дак. О, а ты что тут делаешь? Я принес песни 2002 года. О, 17 лет назад. Ну посмотрим, что слушали люди 17 лет назад. Вот список. Губин, Пугачева, Звери, Глюкоза. Кадышев. Да, конечно. За праздничным столом. О, хай-фай. А мы любили. Да, хай-фай, точно. Песня «А мы любили». На-на-на-на-на. Конечно, оставляем мы. Это же группа «Хай-фай». Моя любимая группа детства, то есть юности. Следующий. Люси. Вау, примчалась? Да, примчалась и нашла старые песни о главном. Ну, давай посмотрим, какие там песни. Далеко, очень далеко, идут крепкие облики. Прямо у реки в море. Огучин и Варум. Где-то далеко, в памяти моей. Сейчас, как в детстве, тепло, хоть память. Ладно, оставляй.
посмотрим фильмец, послушаем клипы. Все, тормози. Все, выключаем мотор. Следующий. Псай. Опа-опа, Гангам стайл. Опа-опа, Гангам стайл. Я тоже музыку принес. Корейский стиль. Опа-опа, Гангам стайл. Не совсем корейский стиль. Вот песни российские тут. Да, российские песни. Это Марина Цхай, бабочка. Да? Марина Цхай. Такую не знаю. Песня «Бабочка». Слишком мрачно. Как говорили в мультфильме, фильм. Это слишком мрачно. Что-нибудь повеселее принеси в следующий раз. Ладно. Следующий. Верблюд. Ну ты что творишь, верблюд? Я принес мультфильмов. Да, я... В пустыне Сахаре под кактусом нашел кассету. Ну, посмотрим, что там у тебя. Это мультфильм «Щелкунчик». Это «Щелкунчик». О, точно. Извини, верблюд, сегодня мы мультики не смотрим, ясно? Бери косяту и вали отсюда. Фу тебе! Ау, ты, мне в глаз попал! Все, я обиделся на тебя. Не нравятся мультики? Так и скажи. Следующий. Миньон. Банана. Кентерские острова, кот и компания, приключения кузнечика Кузи, сказка о царе Салтане, метеор на ринге и другие мультфильмы. Опять мультики? Я же русским языком всем говорю, мультиков не будет сегодня. Ну а как насчет? Увидишь? Это обезьянки. Это мультфильм «Обезьянки и грабители». Ладно, оставляю. Это один из моих самых любимых мультфильмов. «Обезьянки и грабители». Да. Нечестно, меня прогнали из-за мультика, его оставили. Следующий. Винни-Пух. Ну? Маска Зорро. О, Антонио Бандерас. Ну, надеюсь, там есть... Этот фильм. Да, буква З. Сатана, Восток. Против 300-летнего огня испанцев. Радостные крестьяне собрались, чтобы отпраздновать победу над генералом Дона Монтеро, собиравшимся бежать в Испанию. Но не все дела, Монтеро были сделаны. Да, это Зорро. О. Ладно, оставляем, конечно же, Зорро. Его приключения интересные. Следующий. Кот Сильвестр. Здравствуйте. Оставьте меня, пожалуйста. Я вам дискотеку устрою. Вот дискотека вам. Сборник русской эстрады 8. Вау.
Ух ты, какая тёлочка. Ну чего такая? Это Наталья Гнятиня. Да? И что-то Михаил Боярский есть в этом сборе. Да, круто. Такое старье мы не слушаем. Это напоминает 90-х годов. Да, это старье. Иди. Не ЛДЖ и Федука подавайте. Следующий. Чебурашка. Я игрушка странная. Мультфильмы России. Тут я. Мультфильмы про меня тут. Да. Я принесла вам посмотреть. Ну, посмотрим, Чебурашка. О, старуха. Шакуна. И крокодил Гера. Ко мне, крыска. Крыска. Ладно, оставляем, конечно же. Раз Чебурашка принес про себя мультик. Оставляем, конечно. А. Следующий. Postman Pat. Я вам посылку принес. Но вам ее не отдам. И так что я принес? Ну погоди. Опять, ну погоди. Это 15-й выпуск. Алло, мы ищем таланты. Да. Оставляем, конечно же. Ну, погоди, все-таки. 15-й выпуск. Был бы другой мультик, прогнали б тебя, почтальон. Но все равно ты останешься с нами. Следующий. Кот. Ну? Безумный день или Жентья Фигара за двумя зайцами. Круто. Где такую кассету раскопал? От попугая Кеши. Своровал где-то Кеша воров. Украина. Это кто у нас? Лайма. Вайку. Да, это латышка, кстати, латышская певица. Но по-русски. Да. Ну, угодил, ладно, ты латышскую певицу принес, угодил нам. Оставайся, кошара. И последний гость на сегодня. Карамелька. Ага. Ага. Ого. Согласен, я еще пончиков возьму и все свое семейство. А ты можешь взять все свое семейство. А я российский стиль вам принес. И музыку поставим на пикнике. О. Да ну этого Цену с его фильмами. Это Кристина Арбакайте. Песня «Рояль». Да. Кристина Бока, сыграй рояль. Ладно, оставляем, конечно. Супер.
И семья Симпсона. Мы отправляемся на пикник, а вы можете смотреть свои фильмы. Маркус, какой фильм мы выберем? Наверное, Зорро. О, круто! Ура! 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 Тихо все! Мы смотрим фильм.